На самом деле, чтобы на сцену поднялись организаторы фестиваля, для того, чтобы мы смогли еще раз выразить им свой респект и уважуху. 100%. Где же они, черт возьми? Организаторы есть здесь вообще? Организаторы! Все шифруются, представляете? Не стесняемся, народ ждет и требует. Да, пока народ ждет и требует, давайте как по-нашему, по-бразильски, так и по-нашему, по-украински, ребят, проводим со сцены, окей? Монгол Шуда! У нас уже голос с тобой срывается, по-моему, нифигово тогда. Пока ребят нету, Будённовка на мне. Будённовка на нём — это самое главное. Это залог нашего успеха сегодняшнего. 100%. Люди, я рекомендую вам не забывать о том, что есть фестиваль «Пророк». По-любому, через год, не на этом же месте, но будет опять возможность нам с вами встретиться. Да-да-да, 100%. Вот монгол сюда напели, да, а я вот в это время сейчас найду. Просто с текстов песен вот записывал, блин, ну не найду, ну я в шоке. Ну у тебя там записано «Козырь, наш мандат», что еще? Да, «Козырь, наш мандат», потом еще «Ехали казаки стороною», вот, это относится к... Это относится к тому, что ты находишь какие-то, ну, слова знакомые, и да, 100%. Интересно их повторять. Да, интересно повторять. Почему? Потому что ехали казаки стороною. Все казаки нормальные, и все мы, да? Так вот, фестиваль будем так вот, как бы, ну, фестиваль «Пророк», это сцена там, и все мы. Мы можем обойти стороной город Королевец. Він каже, що він страшенно вас любить, і він каже, що він не зможе далі прожити, якщо він наступного року вас тут не побачить. 100%. Человека не хватает, это женщина Маргарита Ефимовна, если я не ошибаюсь, правильно говорю, нет? Ефименко. Ефименко, очень хорошо. Маргарита Ефименко, я прошу вас, взойдите к нам. 100%, я жду. Я здесь жду, ты там давай с ними разработай. Ну, собственно говоря, я лично с вами прощаюсь. МС Крокодайл! Обязательно еще встретимся с вами! МС Крокодил! Кролевец, респект! И уважуха! Хорошо, а слово предоставляется постольку... А, вот они как бы. Ну нормально, не так как в армии. Хорошо, старшему Гороха, семейство Горохи. Вы представляете, украинская фамилия Горох. Является себе? Хорошо, слово Андрея. Остались лишь мы среди вас. У меня к вам большой, вопрос такой, очень большой, ну, жутко меня терзает этот вопрос. Нужно ли быть в следующем году здесь? Все говорят нет. У меня есть еще одно мнение, правда, оно чужое, что пророку здесь нужно быть. Я понял. То есть народ хочет, чтобы пророк был здесь, правильно? Это успокаивает наши души, потому что на самом деле очень приятно видеть, когда люди приходят и отрываются под живую музыку, под рок, который мы несем каждый в сердце своем. Ну, я сейчас... Пользуюсь случаем, хочу заплакать с этой сцены, чтобы вы увидели мои слезы. Хочу передать привет всем жителям Крыльца, потому что я сам родом из Крыльца. Хочу...
Хочу передать всем тем, кто приехал из ближайших городов, с нашей области. Хочу передать привет всем тем, кто приехал со всей Украины. А также хотелось бы передать всем тем, кто приехал из ближнего зарубежья. И то радует. Вот. И еще хотел бы выразить благодарность тем людям, которые помогали нам организовывать эту тусовку. Это наши лучшие друзья. Валера Борзенко. Соломаха Олег. Маргарита. Руслан Пивень. МС Крокодил. И новый всеми любимый Юрий Пилипец. Я передаю слово своему младшему брату. Может, он что-нибудь пару слов скажет. А вот, да, младшему брату ты уже передаешь, да, вот. Ну и как бы, может, даже и так и сестра фестиваля. Маргарита Ефименко, встречайте. Депутат вашего совета. Районного. Все равно совета. На самом деле, ребята, я здесь не планировалась. Я случайно сейчас в процессе фестиваля услышала, что фестивалю чинятся препятствия проведению фестиваля. Вот давайте так, сегодня праздник, и мы не будем тыкать пальцем, а просто я хочу вам сказать, что вот там, далеко, где освещение, там стоят те, кому за 30, кому за 40, кому за 50, и они так же радуются этому празднику. Это я вам к тому, чтобы вы не думали, что вы одиноки. А еще я должна вам сказать, от вас... Нужна фестивалю только одна помощь, чтобы вы точно знали, что он будет. И если вы будете это знать и будете этого хотеть, он будет. А я пока, как сказали монголы, наш козырь, наш мандат, я буду своим мандатом пробивать ему дорогу и помогать ребятам, чем смогу. Спасибо. Маргарита Ефименко! Переходим самый младший в семье. Их много, десятков тысяч этих горохов. Вот, самый младший Сергей, его зовут. Мой коллега, мой самый хороший друг. Мой самый сын Света. Давай, говори. Очень хотелось, чтобы в следующем году фестиваль пошел в городе Кролевец. И не по-нашему, не по-бразильски, а по-нашему по-кролевски! Со своей стороны могу просто гарантировать то, что если все произойдет в городе Кролевец, то будет лучше, круче. Вряд никаких если, а будет, 100%. Неужели вот просто так вот со дня в день жить просто в такой тихой тишине, абсолютно гробовой, как кошмар. Да. А вы знаете... И слово! Хорошо, не будете говорить. Радио Рокс! А вы знаете, что у мисти Гамбург стоит памятник братьям Грим. Це не фамілія такої. Грім. Я думаю, що в Кролевці уже зараз має стояти пам'ятник братам Горохам. Ні, народ, ну хіба ви не згодні? Уявляєте собі, що цього літа є кілька точок, рокових точок. Москва, Київ, Кролеве! Запам'ятайте їхні пики, це завдяки їм. От хлопці зібралися, вони
вони захотіли, вони це зробили. Правда? Давайте ще раз їм чисто, сердечно поаплодуємо. Брати Гороги! І ми з вами зустрінемося за рік тут же, правда? До майбутньої співпраці акцент на сьогодні нічого не буде, тому що, на жаль, машина наша зламалася десь під Києвом з Дніпропетровська. Їхали, салюту сьогодні не буде. Але на прощання з вами буде нормальна пісня під назвою «Гімн фестивалю Пророк».